зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х5 под стекло. Находимся мы в городе Ижевске. Светит солнце. Мы начинаем. У нас строительство Легенды 3х6, 3х5 стеклянная. Каркас стоит, покрыли стены. Сейчас будем готовить к покрытию крыши. Кроем крышу, затем делаем торцы. Покрыли мы крышу, идет установка форточных блоков. Параллельно делаем торцы. Один торец готов. Сейчас будем делать лицевой торец. У нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х6. Ой, 3х5. Под стекло. Дверь алюминиевая опускали. Пойдем заглянем вовнутрь. Дверь у нас левая. Так, грязище, все растаяло. Каркас теплицы сделан с профильной трубы. 40х40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Имеется у нас система подвязки по две нитки на каждую сторону. Диагональки для большей прочности. Два форточных блока на приводах. Дальний торец глухой. Все стоит на бетоне, закреплено с помощью анкеров. По низу установлен такой фигурный отлив. Дверь закрывается на замок. Стекло у нас 4 мм. Крепится с помощью профиля системы база крышка. Очень прозрачная, очень высокая теплица за счет высокого фундамента. Целый дом получился. Вот такая отличная легенда. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.